В магазинах появляется уже много зелени, и так хочется уже приготовить пирог из свежей капусты. Очень вкусно, просто и быстро. Привет, друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале «Вкусный рецепт». Сегодня, друзья, хочу предложить приготовить вместе со мной вкусный и простой приготовление пирог. Пирог будет из свежей капусты. Получается пирог очень вкусный, друзья, я передать вам не могу. А если вы еще не подписаны на мой канал, то, конечно же, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Будем готовить вместе! Сначала подготовим капусту. Нам понадобится 500 грамм. Мелко нарезаем. Добавляем немножечко соли. Мнем хорошо руками. И оставляем на 15 минут, чтобы капуста пустила сок. В чашу миксера отправляем 3 яйца и 1 белок. Желток оставляем на потом. Добавляем соль и взбиваем пару минут. Вливаем сюда кефир 200 мл. Сметану добавляем 150 грамм. И просеянную муку. Муку добавляем не всю сразу, а 3-4 столовые ложки оставляем, чтобы смешать с разрыхлителем. Для пирога возьмем еще и небольшой кусочек копченого мяса. Грамм 150 будет достаточно, но можете заменить и на обычную колбасу. Мясо нужно нарезать на маленькие кубики. Должно получиться примерно вот так. Пучок зеленого лука нарезаем на кусочки. Я очень люблю в этот пирог добавлять много зелени. Так что еще возьму и небольшой пучок укропа. И мелко нарежу. Возвращаемся к нашей капусте. Сок она уже хорошенечко пустила. Теперь нужно хорошо его отжать. Отправляем мясо сюда. Зелень. И хорошо перемешиваем. В муку, ту, что мы оставляли, добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя и перемешаем. В тесто добавим еще 1 чайную ложку сахара и оставшуюся муку с разрыхлителем. Всего муки нам понадобится 220 грамм. Силиконовую формочку диаметр 20 сантиметров выкладываем начинку. Утрамбовывать не нужно. Выливаем тесто и аккуратно вилочкой проходимся, чтобы тесто охватило всю капусту. Но можете и перемешать все вместе. Это как вам нравится. Теперь желток нужно смешать с 1 столовой ложкой сметаны и хорошенечко перемешать. Сверху поливаем вверх пирога. Это для того, чтобы была красивая корочка. Еще по желанию можете посыпать кунжутом. Отправляем пирог в духовку, заранее разогретую до 180 градусов. Примерно выпекаем час-час 15. Обязательно проверяем на готовность деревянной палочкой. Если необходимо, то увеличьте время для выпечки. Пирог получается влажный, сытный, очень вкусный в холодном виде. Очень ароматный, полезный. Свежей зеленью. Идеальный вариант для обеда или ужина. Это очень вкусно, советую приготовить. Пирог, друзья, получился очень вкусный, влажный, красивый и очень ароматный. Я желаю вам приятного аппетита, удачи вам в приготовлении и всего доброго. До новых встреч, скоро увидимся. Пока-пока!